Подошли к концу наши курсы по проекту «Видеть и слышать сердцем», главная цель которого – помочь вам улучшить качество вашей жизни, обрести самостоятельность, чтобы ваша жизнь была полноценной и насыщенной. Пусть Всевышний примет ваш пост, ваши старания, ваши молитвы и снизошлет свою милость и благодать. За этот месяц у нас вложили очень много. Дай Аллах вам здоровья, терпения всем. И благополучие и процветание мечети Иордан. Спасибо большое. Я мечтаю 11 месяцев мечтаю. Прошу Аллаха, чтобы меня снова и снова оказаться здесь. Большое спасибо. Вплоть до мелочей в этом центре, да, все вот сделали так удобно для незрячих людей и вообще для инвалидов. Сделали. Большая-большая вам благодарность. Самую большую благодарность и преподавателям, всем, которые с нами возят, которые накрывали нам ифтары, которые давали садака на это ифтары. Им тоже огромная-огромная благодарность. Даже мы наполовину, наверное, не представляем, насколько это вот тяжело, сложно. И вот от этого наша благодарность, наше уважение к вам с каждым приездом сюда увеличивается. И Аллах Таля пусть примет ваши старания, ваши труды. Мы будем их изучать, иншалла. Надеюсь, подпишите. Пусть процветает Иордан. И мы большой болью прощаемся с фондом Иордан и с мечетью Иордан. Ибо, как говорится, когда человек уходит из отчего дома, он сильно скучает по этому дому и стремится возвратиться к нему как можно быстрее. Вот с такими чувствами и мы покидаем Малика Ханум и вас, и мечеть Иордан. Пусть Всевышний Аллах даст нам силы, воли и возможности еще много-много раз встречаться.